радость даря, каждый раз повторяется это. Для учащихся ежедневно звенит голосистый звонок. Вот и сегодня он ждет, чтобы оповестить о начале учебного года, о начале занятий. Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 А класса Княжеву Андрею и ученице 1 Б класса Лупашку Кире. Предложил. Дорогие гости, учителя, ребята, к выносу государственного флага Украины стоять смирно. Равнение на знамя. Первого звонка объявляется закрытой. Закончилось. Сейчас с линейки первыми выйдут наши дорогие первоклассники, герои сегодняшнего праздника. Итак,